Здравствуйте, уважаемые друзья. В одном из фильмов мы изготавливали вот такую ультрафиолетовую приманочку. Как вы видите, достаточно хорошо она себя ведет при ультрафиолете. Поэтому этот раз я решил изготовить нимфу и заодно ответить на те вопросы, которые вы мне задаете. Изготовить можно нимфу практически из тех материалов, которые у вас имеются под руками. Нет, кое-что можно себе подготовить. Значит, я взял крючок. Как я уже неоднократно показывал, вот такой формы. Это близкий будет к этой форме Тимка 200R. Или же, если у вас имеется возможность, то это не реклама. Приобретите вот такой крючочек. Это номер 16. Мельче я не планирую даже делать, так как не выйдет той детализации, которая нам необходима. Значит, если у вас, вот я вам показываю, это вот катушка нитки. Покажу, как она вот, попробуйте прочитать, если у вас выйдет. Вот выглядит вот так. Сама по себе, как вы понимаете, это три пряди. Если мы будем из вот этой нитки, которую я распускаю, изготавливать тело, как вы видите, выйдет достаточно жирное. Ну и с другой стороны, не совсем оно мне нравится, такое тело. Поэтому я из этой нитки уже взял те, которые вот я нитки распускаю. Это все то же самое, все так же, это ультрафиолет хорошо отражает. Я взял три пряди, более такие потолще, и эту же нитку, которую распустил еще тоньше, будем мы из нее ей вязать. Крепим нашу нить. Нить желательно белую. Ну, естественно, как вы видите, я огрузил свинцом вот в такой форме. Подводим к началу загиба. Нам теперь понадобится совсем немножко, кусочек пера. Перо можно использовать любое, но желательно, конечно, чтобы оно было достаточно мягкое. Вот я беру перо петуха, но оно как раз находится в той части, где само по себе перышко достаточно мягкое. И совсем-совсем буквально вот обозначим так, чтобы у нас был обозначен с вами хвостик. Вот такой приблизительно величины мне будет достаточно. Доходим до начала загиба. Остатки я приматываю к нашему телу. И теперь мы начинаем с вами крепить материал. Как мы уже договорились в начале фильма, тело мы будем изготавливать из белой нитки, вот которую я взял три кусочка. Закрепим ее по всей длине. Доходим до начала, там, где у нас с вами был хвостик. Оставляем нашу прядь белых. И нам также понадобится, это вот уже вот такая нить, я ее распустил. Это была моя тесьма оранжевого цвета. Тоже взял три пряди. То есть подберете себе по толщине так, чтобы это подходило. Этой оранжевой ниткой я буду выполнять сегментацию по всему телу. Поэтому подберете по толщине так, чтобы это не выделялось. Если у вас имеется хороший ультрафиолетовый даббинг, пожалуйста, используйте его. Немножко промотаем. Желательно, конечно, взять, как я уже говорил, вот кусочек нашей нитки, которую мы изготавливали прядь, закрепить и с вами подровняем тело до самых-самых-самых глазок.
Основную нить я уже удаляю. Аккуратно, вот так, как ровницей, мы уже работали и с искусственным шелком, и с другими материалами. Аккуратненько начинаем подравнивать наше тело. Следим за тем, чтобы мы не повредили наш хвостик, положение хвостика. Доходим до там, где у нас закрепили для сегментирования нашу оранжевую нить. И я ее слегка отодвигаю от хвостика, буквально парочкой оборотов. Для чего? Я уже неоднократно объяснял в своих фильмах, чтобы можно было начать сегментирование, не нарушив величину нашего тела. Ну и вот у нас вышло приблизительно такое коническое хорошее тело. В районе грудки совсем-совсем-совсем немножко. Сильно ее не стараемся увеличить, но в то же время стараемся сгладить вот этот переход свинца, который у нас с вами образовался. Так как длина нитки мне позволяет, я выполню завершающий узел в районе глазок узловязом. Можно парочкой накидных узелков. Остатки сразу удаляем. Теперь я беру свою белую нить, которая у меня три пряди мы с вами подготовили. И начинаю в одну какую-либо сторону скручивать ее так, чтобы у меня вышел хороший крепкий жгутик. Не отпускаем до тех пор, пока вот не появится у нас хорошая веревочка. Следим за тем, чтобы мы не утянули наш хвостик, не отпускаем нашу нить и начинаем вот этим жгутиком формировать вот так тело. Как вы видите, у нас дополнительно за счет нашей нитки образуется вот такое тело. Опять дошли до определенной точки, опять подкрутили нашу нить и опять начинаем изготавливать тело. Буквально пару витков там, где мы будем изготавливать грудь, выполним по грудке и здесь сделаем завершающий узел. Закрепили с вами нить, теперь нам понадобится вот такой маркер коричневого цвета. И желательно вот по спинке нам выполнить вот такое непроизвольное количество точек. И теперь берем также, подкручиваем в какую-либо сторону удобную для нас нашу оранжевую нитку. И начинаем проводить сегментацию нашей оранжевой ниткой. Количество и шаг выберите для себя произвольно. Дошли с вами до крепления глазок и здесь удалим нашу оранжевую нить. Вот у нас вышло такое неказистое тело. Я взял вот такой бесцветный лак и буквально
совсем немножечко, нам не надо делать, чтобы оно было все стекловидное, капнул капельку этого лака. Подождем теперь, пока оно подсохнет. Как вы видите, вот заметно, достаточно хорошо видна и наша нимфа, и наши ребрышки. Клей наш уже, лак, подсох. Я закрепил это кусочек резинки медицинской. Если есть полиэтилен, берите полиэтилен. И теперь нам понадобится с вами совсем немножечко, так, чтобы обозначить тело, грудку саму, даббинг. Ну, у меня вот имеется ультрафиолетовый даббинг. Поэтому вы, если есть у вас такая возможность, можете взять обыкновенный мех кролика. Абсолютно не имеет никакого значения. Также будет работать. Промазали немножечко нить и... Буквально, как я уже неоднократно вам показывал, я беру до вот касания совсем немножко, совсем-совсем немножко, чтобы только-только обозначить нам, скрыть следы нашей нитки. Нанесли на нить, и я сразу прокручиваю нитку. Должна выйти вот приблизительно вот такая у нас даббинговая веревочка. Прокручиваем, как всегда, в любую сторону, не имеет значения. И обозначим теперь нашу грудку. Прям до самых глазок. Как вы видите, вот эти 5-7 сантиметров вполне достаточно для того, чтобы лишнее, если есть, мы потом все общипаем. И опять берем также наше перо, которое вот я вам показывал в начале фильма, у нас было в остатках. Я сформировал вот такой вырез, чтобы можно было нам с вами обозначить лапки. Величину и перо подберете для себя, друзья, сами. Это уже не является столь принципиальным. Строго следим, чтобы было это сверху. И в районе глазок закрепим хорошо наше перо. Подровняем и остатки пера удалим. Мы удалили с вами остатки пера. Я закрепил нить темного цвета, так как головку будем изготавливать, понятное дело, чтобы не подкрашивать темным цветом. И теперь я уже неоднократно вам показывал, следим за тем, чтобы наше перо находилось строго в своем положении. И берем сверху, теперь вот так натягиваем нашу пленочку. Значит, сперва, как я уже говорил, делаем буквально перед глазками 1-2 оборота. И для того, чтобы была более симпатичная моя головка, я обычно всегда перебрасываю через глазки. И уже, вот как вы видите, в районе глазок будем удалять все материалы. Теперь, чтобы не наматывать бесконечное множество нитки и других материалов, я беру на нить, нанесу буквально капельку клея. Выполню здесь один оборот и нитку свою перевожу уже там, где у меня колечко. Сделаем здесь завершающий узел и удалим все материалы. Вот, друзья мои, я нанес, покрасил нашу резиновую перчатку в черный, нанес капельку лака. И как вы видите, вот такая симпатичная нимфа, я думаю, с успехом будет ловить рыбу. Как вы видите, хорошо флуоресцирующая, с хорошим симпатичным телом, готова к работе.
Благодарю вас за внимание. До скорых встреч, друзья!